Здорово, орлы! Ещё орлы! Давайте чем посмотрим. Путин, 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 Путин в радиоактивный пепел. Путин. И сегодня у нас новый выпуск Memories. Сегодня речь пойдет не об одной конкретно какой-то, а о целой классификации, которые, безусловно, имели место быть в жизни каждого, кто начинал с ранних лет. Они продемонстрировали то, к чему нужно готовиться. Ничего я не мог еще показать из опыта. Я просто терялся. Все равно очень хотелось где-то в глубине души. И все говорили, что стриптиз показывали по каналу ТВ-6 в те времена. Включая стриптиз, обязательно захочется набрать какой-то номер. Потому что именно музыка тебя к этому располагает. Не скажу, что порно для меня лично вызывало какой-то интерес, хотя оказалось охренеть какого хардкорное. По мотивам какого-то аниме Марио между двумя этими самыми... Я не знаю, как они вот эти вот называются, эти штуки. Там нужно было очень аккуратно уклоняться от этого здоровяка. И тут просто динамика уже зашкаливала до предела. И я просто офигевал у себя дома от того, что делали с Марио порно. На самом деле было очень весело. Это было конкретное залипалово. Ну да бог с ним. Она мне впервые повстречалась тогда. Было это тоже в 95-м году, тоже тем же самым летом. Это было у Иры. Когда Ира приехала из Сахалина в Самбек, она привезла с собой удивительные формы, которые я в руках подержал. Это было очень круто, она была обалденно, показывала. Эти вот большие, классные, у нее действительно уже были такие более округлые. Просто я тогда еще шел на пролом, я никогда не останавливался, потому что нужно быстро соображать. Но вот на полу один раз у нее дома вид был сверху, мне понравилось тогда очень. Но вот с нее у меня все и началось и продолжилось именно тогда, когда у меня появилась моя. Гораздо больше она мне запомнилась, чем Пашкина сестра двоюродная. Но иногда я брал ее у него. Именно тогда я увидел метающиеся туда-сюда, которые я вот именно очень сильно полюбил. Вот если вы могли ее поймать, спокойно сопроводить в сторону и выбить 3 семерки, было очень весело. Особенно в паре с другом. По очереди и на двоих. Я, в принципе, знал, что это за парень. И он мне, в принципе, нравился одно время. Он тоже стал одним из самых желанных. Что я сказал сейчас? Я не такой. Мы думали, он кому-то из нас говорит нет. А что нет? Что мы сделали такое, что он нам говорит нет? Правил тогда особо мало кто знал, как именно вот какую линию бизнес не должен пересечь, какую можно пересечь. Это потом уже научились выжимать из него больше соков. Из всего этого многообразия больше всего мне нравятся игры с шариками. Это когда вы зафигачиваете шарик вот это коричневое отверстие. Собственно, весь принцип. Вот, но попасть в нее было на самом деле сложно. Но тем не менее, толпой, Ира, Дэн, Андрей и я вчетвером, чего греха таить, очень это дело любили. После него шла еще какая-то деваха, которая, видимо, его подружка, там уж разнос по полной. Я достал милипед и оболочку, попробовал, по-моему, раза 2 или 3, просто 4. Она не захотела, я не знаю, фиг поймешь логику. Это просто охренеть, когда в 20 могут запихнуть такую пепелину, ну так ее принято вроде как называть. Мы ее не задрачивали до такой степени. Знаете, вот для меня, 7-летнего тогда, выбить деваху было очень круто. Не мне вам рассказывать, правда же? Ну вот. Помимо вот этих вот самых моих запомнившихся баб, было все равно дофига. Опять-таки у каждого из друзей появлялись. И они всегда носили такой характер, что от них лучше было всегда избавляться. Но тем не менее, начинали мы именно с них. Знаете, для меня все-таки это, наверное, нечто большее. Наверное, для большинства из нас это нечто большее, чем просто одна из 200, 500, 600, тысячи. Их было до хрена. И мы не знали вообще, куда их девать. Они были, на самом деле, с одной стороны, очень понятные, а с другой стороны, очень непонятные. Но, конечно, и среди них были тоже свои жемчужины. На сегодня всего. До новых встреч! Я не такой.